А мне тут прислали снимок с мобильного. Одинокий волк гонит по городу. Фотка мелкая, но, по-моему, он врубил ускорение. Давай, красавчик, давай. Thank you.
Скорость, прыжки, заносы. Покажи класс. Во время охоты или побега машина разобьется, состязание проиграно.
Далеко не всегда удается приехать с охоты без единой царапины. Но это почетные шрамы, знаки боевого отличия, так что смелее. Никто не выходит из боя. Жечь бензин и резину. Но это не значит, что нам плевать на экологию. Убедитесь сами. Съездите в горы к ветрякам. Там проходит одна из гонок, так что если мечтаете о лицензии Burnout Elite, покататься у этих ветряков придется немало. Как вы ориентируетесь в продажсети? Лично я только по фокусу. Но я знаю, есть умники, которые не могут и парой кварталов проехать без мини-карты. Каждому свое. Мы, жители продажсети, милейшие люди, но играть любим жестко. Если кому-то задали трепку на охоте или во время побега, мой совет. Найдите машину покрепче. В следующий раз, когда завернете на свалку, выберите тачку помощнее. Тогда, может, и обидчиков накажете. Hunter V-Light доставлен на Junkyard. What the fuck is this? Улица Ленина стала твоя. Пора побить все рекорды города.